Вот у меня какой вопрос. Ну, например, на слайде, где Грингольц у тебя, да, Саша. Да. Вот что меня, ну, не знаю, не могу прибить, что H присутствует и в левой части, и в правой части одинаково. Вот, вот, ну да, ну вот я говорю, что можно на самом деле поставить в правой части вот new, да, вот это вот мы делали. Я просто, ну, так, если уж много параметров, когда делал доклад, мне потом Сережа Кухнин сказал, что это только параметры, что вообще ничего нельзя. Ничего, два это еще немного. Вам, нет, ну можно и больше смотреть. Конечно. Просто они связаны должны быть. Но в реальной ситуации что такое, так сказать? Там, ну вот в графине, там, например, одна десятка, да, вот так вот, он, ну, как бы не маленький. Вот. А если вы, например, посмотрите, вот мы недавно даже посмотрели асимптотику полинома Фермита, да, с помощью функции, оказывается, что она очень хорошо работает, формула с функцией для n-равного 2. То есть вот такие, на самом деле, моменты. Конечно, не смотрите. Конкретные физические задачи, то есть здесь пока это для представления. Да? Это для представления, да. Нет, ну, конечно, каждая эта задача, но она требует много действительно усилий. Так сказать, да? Вот. Ну, замечательно, как мне кажется, факт стоит сейчас вот в том, что вот ответ, который мне написать, да, вообще можно про все забыть. Экономический оператор еще, ну, вот есть экспоненты, вот инженеру так придает, да, там, занимается отмечкой, там чем-то еще. Вот так играет среди них. А что там было раньше, ну, хочешь проверить, проверь. И на математике можно. Это все. То есть не нужно срезать каких-то серьезных. Да? А равный счет, я скажу так. Ну вот у нас считают там минуты, да, так это приблизительно, ну, там 10 часов такого типа задачи. Ну, так что если нужно быстро что-то делать, а это военные задачи, то, конечно, если хотя и грубо, но зато быстро.